В минувшие выходные в столице Чувашии началась запись детей в первый класс и продолжится прием заявлений до 30 июня. Затем начнется вторая волна, в которую заявления смогут подать родители, чьи дети не проживают на закрепленной за той или иной школой территории. При себе родителям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на закрепленной территории. Принимаю документы ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней. По предварительным данным, 1 сентября 2015 года за парты сядут 5700 первоклашек. Кстати, впервые за несколько лет в первый день приема заявлений и очередей из родителей у школ города не наблюдалось.